Кірмашы выходного дня сёння распачаліся ў Гомелі. До конца кастрычніка яны будуць праходзіць у кожным районе областного центра. Один з самых буйных размясціўся на площі Паўстання. С самой раніцы тут достаткова шмат людзей. Пакупнікам прапануюць продукцию спажывецкія таварыствы, гандлёвыя арганізацыі, індывідуальныя прадпрымальнікі, рамеснікі і пчаляры. У шырокім асартыменце гародніна і садавіна новага ўраджаю. Бульба, капуста, буракі, морква, цыбуля, яблыкі. І гэта так далее. Так само тут можно набыть мясную и молочную продукцию, мед, грибы, саджанцы плодово-ягодных древ и кустов, а так само одення. И что головное, все по доступных ценах. Цены замечательные, я думаю, приемлемые для наших гомельских покупателей. Вот я вот, допустим, хочу приобрести сейчас и картошку, и томаты, и арбуз хочу большой купить. Вот. И, вы знаете, всегда прихожу, всегда покупаю. Здесь живу недалеко, очень удобно. Купили курочек дешевых по 2,50. Это тоже цены лучше, лучше не придумаешь. В целом довольны. Яблочек, да. Все великолепно организовано, все по высшему разряду. Час працы кірмашоў з 8:30 до 15:30 без перапынку. Атрымаць поўную інфармацыю можна на сайце гомельскага гарвыканкама.